Если бы письмо написать я мог, в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы рассказал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил, а он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливее жил. Выучи французский язык, научись играть на трубе, и живи на полную каждый миг, так бы я писал самому себе. Знай, что все тебе по плечу, верь в свою мечту и лети, уломай отца, чтоб сходил к врачу, и, может быть, удастся его спасти. Я бы написал ему, что любовь — это не тиски и не кабала. Я бы рассказал ему, что Господь — это не кресты и не купола. Я бы объяснил ему все про роль, ту, что так хотел, но не смог сыграть. А если б было можно и бандероль, я всего Акунина смог послать. Скоро ты поедешь на юг, вот тебе хороший совет. Не спеши, дружок, заводить семью, ждет тебя любовь через много лет. А хочешь, вышлю песню письмом, ту, что все побила хиты, спой ее в своем 78-м, ведь в конце концов ее автор ты. Если бы письмо написать я мог, в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо. Wabba-doo-bye.